for the rest are coming up. Сказанных слов, сколько пролит и слез, сколько выпито вина, сколько пройдено вёд, сколько судеб пересеклось на дороге жизни, на пути познания себя, поиска своего я, где каждый шаг состоит из испытания на прочность. Я порочный поступ, кажется невинными, обложность может привести к фатальному исходу. Остаются единицы, которым веришь сходу, мысли не дают проход. Творчеству поэта молодая душа, древнего пророка рвется наружу к истокам знаний, не признавая поражений. Он лучше умрет стой, чем всю жизнь. Я будет ползать на коленях, его сила в его стремлении всегда сутулит. Я поддержит весу прочь, что бы ни случилось, ты свернется ты дороги, готов разрушить Вавилон. Он на его пороге. Он на его пороге. Он на его пороге. Он на его пороге, Вавилон, Скажи, зачем я жду звонка? Зачем немые облака плывут ко мне издалека и тают? Зачем любовь? Зачем я плачу в первый раз? Зачем хочу тебя сейчас? Не знаю. Его душа чиста, его в глазах еще горит светлым призом в этом мире, чтобы свести зло на нет. Рэп его ответ системе. Несмотря на трудности, он остается в теме. Берется за тело голыми руками. Он одинокий бог, он вдалеке от стаи. Его уста глаголит истину. Этот парень все знает, он на чеку свою судьбу устроит. Шаг за шагом преодолевает трудности, иногда в ногу с боком, следуя понятиям строго, как самурай. Ответ на него, он хочет попасть в рай. С виду простой, внутри воин света. Он настоящая личность, в этом его кредо. Он высоко, но хочет быть еще выше. Пусть те, кто меня слышит, поднимут руки выше. Я буду расставлен.